Когда я пришел на кастинг, было очень сложно, так как до этого я не выступал перед такой аудиторией. Внезапно я оказался на такой большой сцене, и, конечно, я волновался, смущался, не мог найти общий язык с другими участниками, не мог влиться в окружение. Я пришел на проект, чтобы показать людям свои умения, чтобы донести свои чувства, поделиться тем, что происходит внутри меня. Праздник-то получился шикарно. Энергетика была мощная, классная. Я думаю, ты еще не раз будешь удивлять и не только Центральную Азию, и весь мир, да? Музыка. Можно сказать, что музыка вернула меня к жизни в тяжелые моменты. Когда мне было тяжело, я слушал музыку и отдыхал. Музыка исцеляет меня. Один простой звук музыки играет большую роль в моей жизни, и меня поймет только тот, кто разбирается в этом. Хочу выиграть в этом конкурсе, кто бы ни хотел. Сейчас я уже могу сказать, что проект изменил меня. Если сравнивать мои способности до и после проекта, то я намного вырос в творческом плане. Меня окружали участники, друзья, жюри, которые указывали на мои ошибки. Я прислушивался к ним, совершенствовался и много работал над собой. Mm-hmm.
Камрон Тургунов, Узбекистан. Ай, красавчик, ай, молодец. Такой микс стилей можно увидеть и услышать только в нашем шоу. Ситора, он же рок-звезда. Я горжусь, что у нас в стране растет вот такой талантливый парень. Алаудин. Молодец, Камрон. Очень зажигательно было, очень отлично, профессионально. Спасибо тебе, Нурлан, за поддержку. Ман сизга омат тилайман. Камронжон, комбио боши. Слова твоим поклонникам. Узбекистанлик, барча юртдошлар. Узбекистан халқы Худо хохласа ишончингларни оқлайман, албатта. Шоу Central Asia's Got Talent. Победителей выбираете именно вы, дорогие друзья. Если вы поймали ритм Камрона и чувствуете себя с ним на одной волне, отправляйте 11 на номер 5021. Камрон, Рахмат, удачи!